делать, знаешь, вот внутри ресторана, в кафе всегда, знаешь, денег будут собирать. Вчера, да? Да, вот будет постоянно. Здорово, как будто какой-то праздник. Это Невский. Сегодня 21 июля. День рождения Игоря Ткаченко. Вот, я иду по Невскому, и тоже Игорек тут идет. Бубнит. В общем, Невский полностью открытый для пешеходов, потому что идет ремонт. Вот, обратите внимание. По-моему, сегодня праздник в честь тебя, Игорек. Да нет, просто правильно сделали. Не знаю, я бы открыл бы Невский, я бы давно открыл бы уже. Столько интересного. Смотри, машина едет. Смотри. Я же говорю, в честь тебя сегодня праздник. Скидка вас сами. Ага, спасибо. Нечего, нечего тут, во-первых, деньги зарывать, вас мать, постоянно взять такое. Все подмяшку. Так смотри, сколько людей тут сразу. Люди бы были бы довольны. Откуда столько? Вот на зону России была. Да, да, да. Самая центральная. Давай сфоткаемся здесь, Игорек. Да? Ну, меня сфоткай, а? Один кадр хотя бы. Слушай, в честь тебя, Игорек. Праздник. Пока не стимулируется. Зона. Как будто вот какой-то праздник. Ты хоть нормально говори, тут люди же ходят. Свали. Постоянно под кадры. Не можешь, чтобы все фотографии будут. Сфотографируй меня, пожалуйста, а я тебя. А тебя? На том фоне. Меня тоже на том. Там уже нормально. Я хочу там. Чиз? Кейк? Да? Мне кажется, тебе прическа вот такая длинная очень хорошо, чем... Вот если ты отрастишь вот так, как у моего зайца, вот классно. Вот с твоим зайцем? Они на Седой площади выступают. О, так. А ты что не слышала? За это ты должен купить у врага.
такой красивый. Игорёк, это я сказала, если у тебя. Надо не крысу в кошелек класть, а он рога. Они деньги приносят, оказывается. Не кошелек надо, а на голову повесить надо. Ходить. Сумочку надо.
погнали все. Слушай, Игорек, я уже хочу в одно место.